говорили, мне даже немножко засмущался от количества профессионалов, которые здесь собрались. Мы признательны и благодарны, правда, и департаменту архитектуры Илье Владимировичу Позднякову, вот тут здесь у нас в городе есть, и для нас это было событие тоже, что назначенный руководитель департамента приехал, посмотрел наш город. Я признателен и благодарен Союзу архитекторов Кубани за то, что именно шестую сегодня выставку мы проводим на территории города Ейск. Да, действительно, Ейск исторический город, наверное, мы на втором месте находимся, да, Виталий, расскажем после Краснодара по количеству памятников исторического наследия. Ну, как мне подсказывают мои архитекторы, да? Мы, конечно же, хотим, чтобы город был красивее, лучше. Не столько хочет этого глава, сколько хотят это жители нашего города и люди, которые приезжают сюда на Новый. Действительно, народ у нас становится, и население становится более требовательным. Оно, наверное, имеет на это право. Я всегда говорю, когда-то мы ездили с вами на «Жигулях», и «Пятерках», и «Шестерках», и считали, что это хорошо. Сейчас все стремятся садиться в иномарку, точно так же, как и все сейчас жители хотят видеть вот такие красивые здания. Вот я вижу, мы тоже заинтересовались этим домом, бабок, которого я вчера еще заинтересовался, да? Уже места у нас есть такие, есть, где этот видовой футбол жить. И нужно, наверное, чтобы он стоял там, да? Вот. Это действительно красиво, это действительно то, что радует глаз, и курортников, наверное, жителей нашего муниципалитета. Спасибо огромное. Уверен, что сегодняшнее мероприятие, оно в формате круглого стола пройдет в такой комфортной творческой обстановке. Уверен, что после проведения данного мероприятия, наверное, мы получим с Анной Вячеславовной ряд рекомендаций. Александр Васильевич, вам особое огромную благодарность за то, что вы любите город Ейск, за то, что вы нам помогали в реализации двух проектов, о которых вы сейчас говорили, по Кондровской набережной, которую у меня за спиной, вы ее сегодня посмотрите, и по проекту «Правда Макса». Правда, не с ним покоем, желаю всем здоровья прежде всего, ну и хорошее проведение на достаточно